Да, смотришь? Смотрю. Показывает стримак. New Map 100, это точно то. Это то, что у нас один человек. Да. Ты там, короче, Сигем, пиши в этот, как он называется, блять. В чат, чтобы там все видели, чтобы там Ларка смог прочитать. Ну, если что, сказали, что делать мне. Так, квадрат какой-то. Потом корону. Где? Где квадрат, во-первых? Узнает. Какой-то квадрат. Он говорит квадрат с галкой. Так, выбрал квадрат, потом корону. Вот корона. Так, и что теперь делать? Прочитайте там, что он пишет, что делать дальше. А то я сворачивать не могу. О чем хочет? Я что-то не что. Ну, он напишет. Ну вот это я типа загрузил сценарий. Ну так нажми тест, ёпта. Тест, а как, где? Старт, что ли? Ну, вон, в левом верхнем углу. А, так, в левом верх. Файл. Это он так пишет? Сыграл там где-то было. Нипу никто ничего не пишет. Блин, ну он же в DC сидит. Сигим в чат файл пишет. И тест нажми. Ну, а точно так надо делать? А то, может, да, не надо. Какая разница? Давай. Так. Кондотье, ремонт и лагуны захватили большую часть региона, разграбив город мирных жителей. Они каким-то образом смогли починить себе все механические... Ну, это, короче, стандартная вроде как писанина. Мощную оборону моста. Это уже... Может, это он писал что-то? Так. Жители Монте Лагуны держатся из последних сил. Значит, он, да. Присоединиться к ним, короче, надо. Так, вот наш герой. Хуярим. А давай, создаем группу. А кто синий, кстати? Это вообще, это бич какой-то. Не? Это союзник. А, погоди, погоди. Ты должен... Давай. С ним, потом, наверное, дебашим этих петухов. Ты... Просто смотри. Бафаем. Не, не будем пока бафать. Задание ты. Хотя чё? Ща, погоди. Бафну все-таки, потому что уже хуёво становится. Оп. Эти петухи меня драгуны бесят. Давайте, гасите их. Ну, да, никуда. Нихуя. Ну-ка, где наш герой? Давай, ебаш этого петуха. Застрелил. Это... Во. А чё за хуйня? Городом я не могу управлять. Где какая подмога, блядь? Чё за пиздец? Ну, задание нажми. Да, задание отразить атаку, заебись. Как я все, я все слил, геройские вот эти. Это вообще Роберто какой-то, лорд Тароны, бля. Сколько у него хп? Так, сколько хп, сейчас посмотрим. Так, хп 675, нихуя у него хп, ебать. Вообще жесткий парень. Ну смотри, я выжил. Так, пошел какая-то кат-сцена. Мы защитили город, ебануться. Заебись. Сука, ура! В любом распаде его запустить можно. Ну, да я думал, нехай сейчас еще пойдут пауки. Ну, неплохо, один паук нормально. О, походу пробивать туда надо. Вот смотри, вот этих розовых надо гасить. Мочить, и просто нормальная армия нужна. Все, вот тебе все есть. Короче, я понял. Город дали, да, сейчас мы всех нахлобучим. Так, получается. Ну, давай. Что там, первый район торговый, да, ебашим? Давай исследование. Вот так. Вот так, и вот так, и вот так, ебанем. Сразу построим эту хуйню. Так, что это? Это шахта. Заебись. Тут чё? Давай еще шахту построим. А сразу телескоп въебем. И давай еще въебем. Вот так вот. Чё? Мянцев. Ну даже порву. Да, я мянец. Сука. Делать. Ну вот сейчас построится эта вся хуйня, я это построю торговый уже. Район. Еще один торговый. Торговый. Еще один ебашим. Так, этот самый строим петухов этих. Отсюда еще построим, да? Наебнем. Оп, и сразу заебись строится. Сейчас пока я постою на месте, нахуй я буду лезть. Пусть эти дураки синие лазят. Кстати, ну и все, паровую надо въебать, мне кажется. Короче, ты спроси это. Так. Они полезно получают сами из пустоты, да? Чё получают? Полезно из пустоты синие, они тут куда же должны платить? Ну они вот идут, видишь, с этой хуйни. Вот даже мой один есть.
у них типа это крипта, что у них постоянный доход, да? Да хуй бы знал. Не знаю. Там через так крипту один строй в плане без войск. Ну как бы без ресурсов спанится. А, ну еще больше. Там раз в 2 минуты стол да покрытие. Сейчас пока приток маленький, сейчас наебнем еще побольше. Потом надо крепость въебать. Вдруг атаки какие будут. Короче, делаешь больше войск, отражаешь атаки, а пока в это время пушкарями мочишь эту. Так, ну одна шахта полная, тут заебись. Давай, что там, еще шахту наебеним. Сейчас райончик еще торговый въебу. Или что, или надо этот? Военные. Надо военные. Военные въебать. Сейчас, значит, военные. Наебашим. Так, пушка заебись. 600 хп, 15 атака. Так, военный. Ледокоп. Ну приходят кенты какие-то фиолетовые, я там видел еще пауки розовый, стоят. Розовый, это не фиолетовый, это розовый. Да, розовый. Бункер, блять. Ты пошел, чтобы они пошли куда-нибудь? Не, в этих не строил. Это они сюда и идут. Нормально. Можно, в принципе, еще и будут вот так. Одного хватит. Так что, ну тогда еще торговые будем сейчас. Опа, они... О, смотри, Ленора, нихуя себе. Задание нажми, задание нажми, задание нажми. У тебя дополнительное задание. Так, разбить. Дополнительное есть. У тебя есть, справа да. Что-то есть, кажется. Справа что-то есть. Это, наверное, дополнительное. А сейчас посмотрим. Сейчас поглядим. Съездим героем. О, нихуя тут напали, смотри. Давай-ка мы их разъебем сначала. Сука, нихуя. Мне кажется, это дополнительное задание, связано с этим правым местом. Ну, прям стандарт. Давай-ка драгунов наебашим. А, смотри, у тебя торговый там стоит справа. Справа. Не торговый, а как это, таверна. Сейчас бафнем своих пацанов. Что-то они проебывают. Бафнем долго, да. Долгая хуйня, ну, не улетает. А хуя они, смотри, танчик, напали. Слышь? Ой, ты героем танчи, потоптать. А пехоты залповый огонь. Ну, да пехота там вообще... Ну, отвести надо, сейчас чтобы не урон не принимали. Тебе нужны механические войны, чтобы... Торговый район построить. Короче, мы сейчас вот так вот сделаем, надо эту построить, ведь крепость. Тут что-то атаки охревшие. Тут пушка, нихуя пушку разъебывают, смотри, нихуя. Подними, фигня есть. Поставь на них, пока не толпятся. Да, да, да. О, нормально. И драгуны заебись, привет, прислались. Сейчас еще парочку наебашим. А там пару рыцарей, они тоже дешевые. Рыцари. Это справа, да. Но это нормальная рыцари. Тема. Ну пока так, пускай эти будут. О, нихуя ебашит нашего, сука. Что делать нам? Вот этих надо ебашить, а то они сейчас мне... Вот сейчас крепость заспавнится, вообще заебись будет. Все, ебашь, родная, сука. Хуярь этих петухов. Героя отводим. Так, что там? Торговый, давай, торговый. Вообще надо эту въебать. Вот здесь вот. Казармочку и на что-то строить начать, а то что-то пиздец. Сука, шахту разъебывают. Ой, эту башню, блядь. Сейчас еще и на шахту переключится. А кто тут редко был? Какой-то игрок видел. Короче, смотри, дела хуево. Надо пойти вот сюда, короче. Пацанами. Только подаем этих петухов, что за хуйня? Сука, вы заебали мою, блядь, башню ебашить. И сюда. Так, тут заебись, отбились. Все, неплохо. Так, еще эту хуйню, что там? Часового исследуем. Так, ну пока что нормально. Починим это. Вот справа видишь. Так, а тут у меня. Его выкупить надо. Напрягло было карван. Домик.
Давай выкупим. И наемников, наемников призови там. Вот, видишь, справа, это тебе дополнительное здание в шахту, вот это что надо его раскрасить. Ага. Дополнительное машины, как можно, как не жалко. Ну ее разъебать надо, нихуя, это розовые петухи. Сейчас мы их разъебем. Давай, скажи. Ты смотри, нихуя, опять напали сюда. Блять, откуда? А, они, сука, отсюда откуда-то идут. Да, да, я понял. Сейчас замутим. Так, давай часовых наебнем вначале. Давай отдельную группу сделаем часовых. Сука, что-то золота мало. Всего мало, нахуй. Поставь это дворцовый, чтобы у тебя тоже могли быть. Нихуя тут замес, смотри. А у меня только призывные, считай. Так, что там? Ну давай вот эту хуйню. Так, еще и ебанем. Война преимущество пизденный уже. Хотя война преимущество было. Какой что-нибудь спиздим? Сейчас что-нибудь спиздим. Кто-то придет как спиздим, блядь. Не охуеют. Надеюсь, сохраняешь. Я хочу Ленору вообще призвать, что за хуйня? Сейчас мы, блядь, накопим она немножко. Она не призовется. Не призовется, точно? По-моему, нет. Это хуёво, конечно. Ну и пора, мне кажется, уже скоро этот строить, блядь. Героя, да все заебись. Давай вот так сделаем. Нихуя типы идут. Давай, ебашь их нахуй. Ну. Хуярь своих. Так, чё мой Петруцу там, блядь? Ай-ка вот этого разъеби. Хотя зря, конечно. Чё, нормально. Так, здесь. Здесь мы давай ебанем вот так. Это мы ебанем вот сюда. Короче, у тебя ты ещё большой город. Большой город. Большой не еще пока не ебашил. Надо ебашить сейчас большой город копить. Просто пушкарями начинаешь потом сносить справа. Просто я полагаю, у тебя будет жопа до тех пор, пока справа ничего не сносишь. Пусть они могут защищать, а ты справа сносишь, и все, у тебя зашибись будет. Так, похуй, давай политику ебанем. Так, ну давай сейчас большой закажем. Все, ебашь. Это пойти можешь. Смотри, у тебя... Копить, чтобы мы не собрали. У тебя кнопка между мини-картой и постройками. Найди ее. Между мини-картой и постройками. Да, вот. Вот это, да? Нет, стой, наведи на нее. Правой кнопкой мыши. Так. Ага, вот. Найти всех военных. А теперь левой кнопкой мыши на нее тыкни. Все, у тебя все войска теперь на эту кнопку летаются. Ну-ну-ну. А, ну заебись. Это типа может, меняется, да, свечится. Направь механических или отступи к башне, чтобы она атаковала. Короче, тебе совет. Старайся войска держать возле башни, чтобы побольше на них огонь не шел. А ща мы их задавим, все заебись будет. Паровая крепость не стреляет. Слышь? Да сейчас. Так, короче, пошел город, короче. Ебанем пушку. Две штучки. Дальняя заебись у меня. Там так, по скрипту они оттуда идти будут вечность, скорее всего. А ща мы тут захватим, тут вот это вот хуета, сейчас мы ебанем. Сейчас немножко отстроится, блядь. Приток маленький. Видишь. Как бы пока ничего страшного. Нихуя они тут собрались, блядь. О, нихуя исследования, сейчас как исследуем. Лучше 100 копеек шахты копеек, у тебя где-то шахты должны быть. И голод. Найди там где больше. А да похуй, шахты, потом. У тебя здание. Потом, я баню. Есть, есть, шахты, вот это вот. Да. Вот его прокачай. Ну. Слушай, у тебя и так там... Так, ну давай вот этот буру построим, заебись будет. Тимония. У тебя случайно войска не пошли, куда не надо? Да не. Немножко, самую малость. Возьми пушкарь и мочи справа. Справа мочи все эти шахты, чтобы...
О, улучшились, блядь, смотри. Ой, пушки сейчас ничего будут помогать. Пушки отметь другим номером сейчас и просто справа уничтожать готов будет. Всё, с двумя пушками можешь, там, помню, сейчас. Просто отойди в другой угол и начинай стрелять. Сейчас подкопим немного. Так, что тут? Просто бор вот этот. Поставки на монетки люди, потому что не хватает. Что-нибудь еще сейчас построим. Я тебе говорю, пошкари приведи направо. Тут шахту уничтожать из-за них. А то сейчас у тебя точно все пушки. Пушкари? К шахте, да, что ли? Шахту уничтожать справа, справа. Да и так нормально стоят, пускай постоят пока. Так, надо бы пехоту улучшить, сука, пехоты-то нет вообще. Там два механических, сейчас они проебут еще. Давай построим сначала пехоту. Техническое преимущество, да, у тебя временные войска можно не пробивать. Все, иди поскорее. Начинай отбегать справа, чтобы уже не было. Кстати, там удар в спину. Ты забыл, что у тебя есть кондотерская цель, там тоже не мальчишка. Нихуя они типы вообще дерзкие, смотри как бегают. Охуеть вообще. Они кошки мочат, алё. Это пока не замочили нормально. Смотри, они как мочат вообще, ебанутся. А направо направь, где этот, направо, где справа у него, там что какое-то здание у него, проверь, то есть направо-направо сделай, где там. Как-то вражеская. Направо, вверх, вверх, вверх. Ты имеешь в виду телескоп, что ли? Нет, не телескоп, там направься, там направься, туда направо и вверх. Там направься, направо. Погоди, вверх. Сейчас подбиваемся немножко. Да тут построить побольше. Ну, тут еще улучшать его можно. Только надо на великий накопить. Подожди, чуть правее наверх. Чуть правее сделать, да, и наверх чуть-чуть. Куда направь? Еще чуть больше шахты зданий, вот. Его надо уничтожить. Да уничтожим. Сейчас тут пообороняемся немножко. Ну параллельно тут скорее уничтожает. Тут хотя бы дома нужно. Перед всех пушках. Один ты можешь шахту уничтожать, другие нужно. Все. Может сразу уже уничтожать. Тут я нужен шахтер. Сейчас пехота улучшится, наверное, попроще будет. У тебя кто-то может уже закадывать, или там у тебя вот здесь, да-да-да. У тебя зеленый этот есть. Так, ну шахту разъебем сейчас, это ладно. Сейчас папушка я направь на вот это вот. На комментарий. Ну вот смотри, как спавнится, нихуя. Все войска направь на барон. И все повтори направь на здание, чтобы ты его уже. Два повторя тебя. А, предательство сделай хотя бы на одного. Предательство, быстрее. Два повторя.
сверху, направь на то, что на первую сторону. Так, что там? Да, военные видно. Ну, там будет военные играть, походу, за синего поиграл, то есть зеленый. По, например, вертолетки, например, компания попросила. Все, этого петуха разъебали, это, походу, была дополнительная, надеюсь. Ну, смотри, там еще проверить, иди, смотри. Куда коп что-то стоит, вала и бьет, нихуясь. Иди сюда. Ну, я правильно говорю. А там еще справа что-то есть. Смотри, там справа. Да, что-то есть, но... Он наверху, наверное. Пушкарь тут есть. Я занял, мачете старину параллельно. Ну, смотри, тут петухи идут, нихуя. Твои войска набрать налево и оборонять, там наверное тоже нет. Скорее замочи тут пушечку, я смотрю, там что есть. Пускай не пойди. Да похуй, еще построю. Ну шо ж, сейчас там не пришел. Следы повторяем там. Они против пехоты, так понимаю, не совсем полезны. Где повторяем за тот вот эту штуку? Блять, такое ощущение, знаешь, как будто играешь в охуенно новую Rise of Legends. Новая охуенная компания. Заебись. Ну вот и все. Тут защита есть. Эта хуйня есть, давай-ка. Улучшаем шахты, что ли. Ты пушкарен-то тут пушечку уничтожь. Проблем нет. Чисто по фану. Просто нажми так вот и все. Она дальность у нее больше. Ща мы тут проразведаем. Отправим, блядь, засланца. Построить надо этот. Я должен микрофон. Эту хуйню. И вообще, сейчас великий надо еще строить. О, нихуя. Сейчас мы ее разъебем. Все здания пошпарим. Еще давай. Максимально этот. И отойди, ты сейчас под этот попадаешь. Под бункер. Под бункер. А что ты не засмотрел там? Войска отведи. Все войска отведи, они сейчас дохнут там просто так. А да похуй, там пару солдат, нормально, пускай дохнут. Конечно, да. Я действительно почему проебал иногда. Так, поедем здесь, посмотрим, что тут. Какая-то хуйня еще есть. Книжечку исследования нажми. Там все нету. Так. Вот атакует тебя, герой атакует, алё. Да пускай. Сейчас. Дополнительные задания. Так, получается. Алло, это дополнительные задания. Справа тебя мод. О, вот это, наверное, есть. Контроль над механизмами. Нихуя. Да, замочишь, у тебя меньше проблем будет. Направь. Заебись. И пускай туда. Так, ну пускай что-то разъебывают. Это вообще хуево. Героев поставить. Так. Поскапов, приведи, нормально. Поскапов, ничего не сдохнет. Нет, конечно, можем прострелить вот так его. Опа. И поехали сюда. А тут сейчас настроим хуйни. Я же флажок рядом поставь, собирай войско, чтобы оборонец не хранил смог. А параллельно пушки не уничтожай вот ту конную миссию, не плачь. Хуя, смотри, они разъебывают как. А фрицев направь на здание направь. Сейчас надо отбить тут. Хуя, смотри, они дикие нахуй.
Ой, тут приходят. Сейчас мы еще бункер уебем тут. Я так полагаю, что просто кто-то сколько уничтожит, и механизмы поменьше. Ну, у них да, а у них на практике быстрее наверное. А тут уже разъем был, вот все нормально. Я знаю, что мы при 20. Так, сейчас пушек-то нету, ну давай пушку наебнем. Наверное, еще построить успеет, он там по таймингу, наверное, строит. Может и нет. Так, тут у нас еще тихо пока, да? Синенькие воюют. Что нажать? Мишку, у тебя там не а, да там надо город. Город построить пока что. Сейчас наебнем. Ну ты сначала следование поставь. Не, я вот эти хочу крайние. А так, ну что, бункер строится. Все, тут можно не беспокоиться. Все, получается, это выполнили, да? Нет, подожди. Уничтожить центр управления. Да, вот вроде. Должно выполниться. У тебя, во-первых, справки нет, сейчас капстена будет похоже. Все выполнилось, заебись. Выполнилось. Ну все, сейчас основные вот эти вот. Да, я говорю, о, пошла фигня. Механизмы вышли из-под контроля. Одной проблемы меньше. Заебись. Это кто-то знакомый. Они их стали гасить. Это так, это как миссия с квотлами, помнишь, там разбился даже? Да, да. Или как там. Вот игры точь-в-точь, прямо говорю. Ну, карта немножко, немножко другая. Сейчас берешь пушкарей, и пока там вся эта херня идет, начинаешь уничтожать их бункер. Все. Это просто ставишь. А сейчас уничтожу. Пушку улучшу. Майскався сейчас туда. И не запустим механических и солдат еще. Они уже улучшены. А, вон еще это еще появилось. Сейчас улучшим. Смотри, за все шахты прокачал. А, не, не все, там еще какие-то. Огромный, который добывает внизу, стой. Вот эту штуку нажми. Она тебе добывает золото. Золото поставь добывать лучше. У тебя много этого. Золото поставь добывать. Второй нажми, где золото. Алло. Важно на золото поставь, если его нет. Так, это я поставил. Так, где-то еще что-то не прокачано. Так. А, вот здесь улучшается, там улучшено. Нормально. Вот это у тебя лучше, да. Ну, это зря, потому что сейчас этот... Они просто сдохнут. Пушкарей мне начинай мочить. Да и пускай сдохнут. Пускай тусуются там пока. Я тут постою. Пушкарь поставь мочить, потому что у пушкаря дальность побольше, чем у этого бункера. Ты можешь параллельно мочить и улучшать. Сейчас она улучшится, там еще пушка подойдет и нормально будет. Ну, это же проебешься. Да пускай проебутся, похуй. Я стараюсь, если они проебутся, у меня какой-то запас будет. Я особо не беспокоюсь, тут все-таки компания. Это так, а этих-то нету. Бункеру пизда, считай. Сейчас мы просто еще блять. Давай, так, лади параллельно. Кто будет, лади. Тут
вообще бесконечная наебаша. У героя, обилку не берешь? Блядь, потом ковыряешься, уже посрать успел сходить. Не, я никуда не тороплюсь. Я лучше пообороняюсь. И разъебу потом всех. Сейчас у меня вот войска пойдут. Опа, и пиздец. Пушечку еще уебем. Че, всех? Всегда один в 8 делаю, а не вообще один. Да и пускай так стоят, похуй. Он их кто-то разъебывает, этот петух вот этот, сука. Я еще удивляюсь, почему иногда стирают. Так, тут у нас эти бесконечные. Кондотьеров не забыл призывать? Это кондотьерская херня есть. Да нахуй эти кондотьеры, они такие себе. Я согласен, хотя бы. Ну второй или третий призыв. Вооружен мечом. Рыцарь. Это вообще милик. Рыцари призывайте. Что ты говоришь? Говорит. И Даларкот говорит, рыцари призывайте. Это да не рыцари. Так... Вот у меня, видишь, уже похуй, у меня тут уже захвачено все. А, ну вот здесь и призывай. Вот, смотри. Шахты мальчик потихонечку продвигать. Пускай всегда мы заедем. Опа, и вот здесь разъебем. Сейчас просто в два счета. Играли, кстати, Red Alert 3. Вот там вообще типа прикольно, что можно в компанию играть типа с другом. Пожалуйста, вы еще ходят, такого нету, типа можно было бы помочь. Типа, ну, в StarCraft еще. В StarCraft есть такая хуйня. А можно замутить. В StarCraft, да, тоже, я помню. Смотри, нихуя 4 пушки, нахуй. Вообще пиздец сейчас всем будет. Направляй на все здания. Че, если бомбардировку нахуяримся, давай. Я просто разъебем, да. Хотя по логике это так не должно быть, но все же. Смотри, как они разъебываются. На, нахуй. Ларкот. Ларкот стоит. А пушкари как бы против пехоты как-то действует? Или это типа, как бы сказать, не специально, а пушкари против пехоты уменьшили урон? Специально уменьшил, ну там очень маленький урон. Ну, я это и говорю, потому что вот я помню старый. 4 пушкаря немного бесполезны против пехоты, да, хоть здесь. Направлю сразу на здание. В старых версиях они типа пехоту раскидывали так нормально, я помню. Сейчас вообще не хуя. Ну сплэша нету, но. Пушкари направь на вот эту башню. Блять, ты мне там командуешь слишком, будто я вообще тупица какой-то. Ай, блять. Я не туплю. Направляй сразу. Я все это сам прекрасно знаю, что там пушкари против зданий, все это охуенно. Я просто никуда не тороплюсь. Направляй его на город, тупо, пока параллельно мы войска, и все. Вот эти призывают. Ларкус, он заебал. Временные войска призываем. Блять, что это? Я дюзал-то на войска. Сейчас смотри, уже все, уже пиздец, уже всех разъебали. Сейчас вот это еще хуйня откатится, я специально подожду, блядь. 10 секунд. Да, вот это. Все, пизда городу, смотри. Все. ХП, видишь? Он немного мне напоминает. Все, захват на. Видишь? Все, пиздец, что захватывается. И это захватывается. И все. Всех разъебали. Ну и че, даже эту хуйню не использую. Использую. Вот, смотри, как заебись. Все разъебал. Видишь, как охуенно. Кондотьеры побеждены, задание выполнено. Всех разъебал. О, все выполнено, видишь? Выполнено, 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 выполнено. Награда одно. Очко.
Так, победа, ебануться. Видишь, какие, блядь, здания покорёженные. Пушка вон не знает, что делать, видишь? Вообще охуеть. Все игроки побеждены. Заебись, компания, блядь, надо продолжение, короче.